Обычно спрашивают, где вы были 8 лет назад, а я хочу человека спросить, где он был 5 лет назад, когда я занимался виндкондишеном. Абсолютно случайно был на фандом-фесте, он подходит ко мне, говорит, можешь с вами сфотографироваться? А я до этого был в косплее Джоджо, но сейчас я уже смыл. Ты не видел, как я в косплее Джоджо ходил, нет? Я сейчас тебе фоточки покажу. Говорит, с тобой сфоткаюсь. А как с кем? С Александром Коби-Тираном. Как тебя зовут? Представься. Вадим. Мало, Вадим. Смотрел Wincondition, когда был еще совсем мелким, играл в МТГ, начал из-за этого канала играть, подсадили меня. Я собирался сегодня на мероприятие, и у меня из одного рюкзака в другой упал последний значок Wincondition, если помните, были таких всего 100 штук. Я думаю, возьму на всякий случай, и вот он меня взял, прикрепляй. Но где вы, блин, были? Почему вы так мало писали лайков и комментов, когда я занимался этой херней? Все видео смотрел. Поддерживайте ваших любимых контент-мейкеров. Они должны знать, что то, что, знаешь, как пока в Священном Писании сказано, пока в городе есть один праведник, мы его не будем разрушать. А также контент-мейкеры, пока хотя бы одному человеку нужно, что он делает, они продолжают делать. Реально было очень приятно. Прям ты сделал мой день. Я уставший здесь с 10 утра, так что очень было круто. Ты нашел свой Wincondition? Да, нашел. Он нашел свой Wincondition.